Всем привет, дамы и господа, пляж Взморья, 25 число. Когда выложу этот ролик, не знаю, не скажу сам, потому как у меня их много будет. Прогуливаюсь по южным пляжам. Сами смотрите, какая обстановка на пляже сейчас. Тут пройти даже уже порой негде. Как бы вот так. Напоминаю, 23-го в Лазаревском был нехиленький такой потопчик. 24-го нехиленький потопчик был в Сочи. А 25-го все кайфуют. Кайфушники. Многие снимают. Вот теперь все блогеры. Не только я один. Вот он, девушка снимает, не хочу мешать. Обойду со спины. В общем, такие делишки на пляже. Ну что, такие делишки. Народа дофигища. Парашюты летают. О, Иннокентий Смоктуновский. Я его и в гриме, и без грима узнаю. Вот, кстати, люди с ограниченными возможностями по этим тропинкам сюда могут подъехать. Даже две тележки сегодня. Нормальненько так на Взморье. 4 столика осталось. Подходите, бронируйте заранее. Все столы разобрали. Кстати, обратите внимание, пол пляжа без лежаков, а пол пляжа с лежаками. Вот так вот. Вот такой вот пляж Взморья. Лазаревская. Опять же музыка играет, там народ опять кайфует. Серфинг. Так, музыкальный привет. Сыны. Привет, передаю. По-прежнему те же. Сейчас передавать. Привет передаю всему городу Королёв, Московской. Королёв, кто у меня там брат живет? Особенно Марине, Андрею и Арине. Всем хорошего настроения. Арина, мы случайно не из Королёва. И незабываемого. Сейчас еще раз пройдусь. Фирменная вечеринка, 350 рублей вход. Так, начало в 17:00. Следующую песню. Без проблем ставим песню для вас, ребята. Бар.